Рустем Хамитов жестко раскритиковал систему здравоохранения Башкортостана. По словам главы республики, по показателям смертности в трудоспособном возрасте, младенческой смертности, общей заболеваемости населения Башкортостан находится в 5-м, 6-м, а то и 7-м десятке худших регионов страны. Так, например, в 2016 году рождаемость в нашем регионе снизилась на 6%. В целом по стране показатель опустился на 2,5%. Отмечу, что в 2015 году на развитие здравоохранения выделили 48 миллиардов рублей, а в 16-м уже 55. Зачастую новое оборудование, закупленное на бюджетные средства, простаивает из-за отсутствия квалификации врачей, либо из-за отсутствия договора обслуживания такого оборудования. Растет недовольство населения из-за проблем с записью к врачу, очередей в регистратуру, на прием, отсутствие специалистов, недостаточной компетенции врачей. Кроме этого, Минздрав республики слабо работает с частными инвесторами, заявил глава. Из 10 запланированных в отрасли проектов ГЧП до заключения концессионного соглашения доведен лишь один. Важно реализовать проект создания на базе Республиканского перинатального центра лаборатории геномной медицины. Я вот недавно поспрашивал, как идет этот проект. Никак. Огромное сопротивление на всех уровнях. Огромное отторжение. Вы, уважаемые коллеги, передовой отряд нашего общества, не принимаете современные методы работы. Почему мы должны силовым методом внедрять вам новые современные технологии?